Работа, это называется лодка жизни. Они несут философскую подоплеку, и в ней должна быть загадка просто рождения человека даже. Они несут, как бы заставляют человека думать, размышлять о жизни, о Вселенной, о пути нашей жизни, самогрождение, путь жизни, как мы движемся и идем куда. Как бы для меня картина, как загадка для, как бы, узнавать нашу жизнь. Вот такая у меня работа. Они все разные. Я люблю разные стили, направления. И сюрреализм люблю, импрессионизм, постмодерн. Где-то концепты, ремиксы люблю. На тему ремикса, на определенную тему. Потому что у меня разные темы. То, что меня немножко задевает душу, я это и пишу. Это как бы лодка жизни называется. Здесь начало духовное, начало чисто животное, и как бы оно равновесие идет. Ну, это самогрождение, вероятность природы, живая природа, она меня вдохновляет. Ну, просто сначала изучал плотно, историю искусства изучал. Мне нравится работа. И Питер Брейгель нравится, который я сделал ремикс. И Кандинский, и Пикассо, Ван Гог. Они все как бы вдохновляют меня искусством. Оно заставляет человека думать о Вселенной, о вселенской мысли заставляет думать, не просто о жизни сейчас. Поэтому тот, который думает, который размышляет, чувствует, он уже художник. Не просто который рисует. Рисует можно копировать, который дает свои мысли, свои, который хочет свои, как писатель, как литератор, свои мысли дает, он уже художник. Да. Есть просто художник слова, художник живописи, художник красок. Мы просто художники красок. Есть художники слова.